Всем привет из Харькова. Сегодня уже 17 декабря, стоит теплая погодка плюсовая. Правда, сегодня ночью был заморозок минус 4. И все было белое. Вот эти вот все грядочки мои были покрыты инеем. И накануне был дождь, просто проливной дождь 2 дня подряд. И поэтому на дорогах сейчас вот с утра был гололед. Теперь вот когда я возвращалась обратно с почты, уже более-менее дорожка растаяла. И что-то долго я не снимала свой пруд. Вот мы с Дунечкой подошли к пруду. Дуня, иди сюда. Ну, здесь, в принципе, ничего новенького. Работает аэратор. Здесь же вот находится водонагреватель на случай мороза, чтобы лунка не замерзала, если будут большие морозы. Рыбки вон потихоньку плавают. В убежище они не сидят. Вон, видите, ну их видно плохо, конечно, но едва различимые такие пятнышки можно увидеть красные. Это карпы кои. А караси вообще сливаются по цвету. С водорослями их плохо видно. Наверное, учуяли солнышко. Вот вообще-то передали на 4 дня. Вот сегодня будет солнышко. Только полдня. Потом тучки были нарисованы на сайте погоды. А на следующие 2 дня солнечная погода, плюсовая температура. А потом опять дожди на всю неделю передали. Вот такой у нас декабрь. А это такой красивый у нас пейзаж за воротами. Как раз с этой, с южной стороны, светит солнце. Вот оно слева. И из-за тумана не видно противоположную улицу, которая вот за деревьями на горе находится. И домов не видно. Сильный туман. А небо какое красивое.